Нужна ваша помощь. 16-летняя Нина борется с агрессивной формой миелобластного лейкоза. На сегодня возможности эффективного лечения в России исчерпаны. Необходима пересадка костного мозга. Нину готовы принять в Турции. Стоимость лечения, поиска донора, операции и реабилитации – 7 миллионов рублей. Реквизиты вы видите на экране. Перевод на карту Сбербанка можно сделать по телефону 8 905 344 0888.